Комфортное жилье – это один из основных аспектов, обеспечивающих качество жизни горожан. Именно поэтому, по мнению руководства города, жилищное строительство в Ирбите должно развиваться и расширяться. Однако прежде чем приступить непосредственно к строительству жилого дома, необходимо большую работу провести в кабинетах с документами. От формирования земельного участка под будущее строительство до разработки проектно-сметной документации. И вот здесь у Ирбита есть большой пробел. В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, сформировать земельный участок элемента планировочной структуры возможно лишь при наличии утвержденного должным образом проекта планировки и проекта межевания территории. И провести именно эту работу предписывает городской администрации недавно опубликованный приказ регионального министерства строительства, утверждающий план-график разработки данной документации в каждом из 149 населенных пунктов области. В Ирбите в первую очередь в работу будут взяты 7 кадастровых кварталов. В части из них в том числе появятся участки, на которых уже сегодня планируется построить именно жилые дома. Есть у нас земельный участок свободный по Володарского 25, на котором мы планируем построить дом в историческом стиле и взять этот проект этого дома как типовой для того, чтобы в дальнейшем на территории исторической части города, на многих земельных участках, посадить, построить дома в историческом облике. Стоит отметить, что аналогичным образом планируется использовать и другие освобождаемые в городе земельные участки. От пустыря на перекрестке улиц Орджоникидзе-Островского до тех, что будут сформированы в ближайшие 2-3 года на месте сносимых ветхих и аварийных домов. Все освободившиеся земельные участки после аварийных домов, после снесенных домов муниципалитетом принято решение формировать под строительство многоквартирных жилых домов, потому что торговых объектов на территории города более чем предостаточно. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, НТС Ирбит.